Всем привет, дорогие друзья! Это канал Scary Play. Мне очень приятно, что вы смотрите наши видео. Сегодня мы играем в The War. И заранее хочу извиниться за дисбаланс звука. К сожалению, так получилось. Приятного просмотра! Неудавшийся стендапер комик. Использовала деньги на коле, чтобы заплатить. Да, кстати, ее нельзя выбрать. А что, за нами козлы будут бегать? Там с козлами что-то нет. Там нужно их собирать, козлов, и варить их, короче. В одной игре сгорели 3 козы. Ну давай, собираем козлов. Ну и готов, короче. Мне кажется, первый раз, когда началось, эти горы... У меня просто нога болит, говорю. Я хотел встать и побежать, блин, куда-то. Ты понимаешь, что делать некуда, блядь. Я просто представляю себе, вот конечно, так, например, Аня бы просто сидела бы, не в курсе, во что ты играешь там рядом, да? Ты сидишь, вкатил, побежал. Слушай, ну крысы же, они страшны, они ничего нам не сделают. Они же не кусаются, да? А они работает? Нет, их надо приманивать на жрачку, ключ короче, нашел. Такие тарелки с отходами. Второй этаж иди. О, так. Ну, возьмите кто-нибудь аптечку. А зачем? Я взял. А они все равно респавнятся быстро, или ты кто-то собирается умирать? Тут предохранитель, я взяла. Так, у меня ключ от палаты. Что это? Что-то респавнилось. А кто-то открыл дверь? Нет. Открывай палату наверху, на втором этаже. На втором, да? Где? Да, иди сюда. Так, где? Вид никак нельзя поменять, потому что я прям не могу. Да вот, вот эта дверь палаты. А что лампа? Зачем лампочка нужна сейчас, пока попробую разобраться? Я не знаю, попробуй. Может, какая лампочка? Это предохранитель. Да. Их надо вставлять в эти... Я вам покажу потом, короче. Я знаю, там что ритуальная есть. Комната есть какая-то? Нет, ну в реальной жизни закрыто. Я знаю, зачем, а вот здесь зачем? Там, этот самый, там... Ну, либо кидайте их комната, в одно там... место, что ли. В ритуальная комната и я там... Я слышу, кажется... что-то ходит. Пойдите, это шум. Дождь на улице. Ой, тут что-то гавкает. О, я кого-то вижу. Это мы. Так, подождите, нужно найти, где вставить свет. Стой, пацаны! Стой. Да где вы? Да вы так, не знаю, куда идти, первый раз играть. А, вы открыли. Это кто? Да ёптить. Подожди, а ты все это время внизу была, что ли? Да! Ой. А я понял, куда это все надо. Ой, я тряпку подобрала. Ой, блядь. Мой, полы, мой. А можно я один здесь не буду, пожалуйста? Что? Там же нет пауков. Ну смотри, Ань, я поставил, а дальше что делать? Вот я жду, и что? Ну а ты видишь крысу? Сдохнет? Это нет. Надо перед крысой ставить. Кто на лестнице? Ой, я на лестницу сюда пойду, вот. Потому что если я дойду. Ой. Все, мы нашли друг друга. Ты остался. Стой, я к лестнице иду, на лестницу. Лестницу я знаю где. А вы что, одинаковые что ли? А, нет. Нет. Ну что, я у лестницы, а вас тут нету. Ну, здесь две лестницы есть. А, вот предохран. Я на начальной территории. Вот, все, я вижу. А, вот, все, идемте. Нет, жди. А ты крысу приманил уже даже поймал? Нет. Так надо. Тут два предохранителя. Короче, брать крыс, ловить, ставить их на. Это я понял. Ой, фу. Сюда. Все, все здесь. И включать. Я потерялся опять. О, боже. А, ну мы ее сейчас оживим, короче, все, я поняла. Я вспомнила. Не надо было нажимать. Надо. F. Че не работает? F, блять, я побежал. Мне фонарь сломался. Ну да, у всех. Ну а смысл тут бежать-то? О, педограмма. Все. Я подключил. Твою мать. А вы куда делаете? Из педограммы выехал, короче, призрак. Он сейчас. Это мы его. Вон, так, пойдем я с кем-то пойду, я не хочу быть бесполезным говном, я хочу... Аня, аптечку забыла. А у него немножко ног не хватает. Я думаю, подберете. Все. Где? Я пошел. Выход! Вот. Ты куда? Смотрите, выход не он... там, давай, я с тобой хожу. Выход там, вон там. Ведите меня кто-нибудь уже, а? Я с тобой. Вот. Все, пошли. Я ему сломал эту самую эту каталку. Да ты сломал как? От Airblog'а. Да неужели нашли? Это я вас нашел. Крыс, ёб твою мать! Что? Это кто такая, блядь? Белая женщина? Уходите от нее, не надо с ней встречаться. Не белая какая-то, дряхлая. Да, она белая.
А где? Ну, вы же ее оживили. Она за мной. А, ну все, я в безопасности. Она медленно ходит. Да-да-да, на носочках, типа мы ее не видим, блядь. Так посвети в нее фонарем. Она боится света, ультрафиолетового. Она так ходит медленно. Вы что делаете? Пацаны! Ждем. Она сейчас как ускорится, идите в жопу. Роб, ты где? Подожди, тогда я пойду отсюда. А типа это и так было понятно. Тихо, дай я ее на второй заведу и все. Дайте ей поесть. Да ей не надо. Ей надо давать еду, ребят. Да нет, не ей. А тут нет крыс. Она к вам поднимается, кстати. А я от страха все. Она ко мне. А что такая медленная? Ребят, кто-то должен всегда ее отвлекать, вот мне такая. Кажется, иначе... Она не закрывается? От ультрафиолета? Нет, не закрывается почему-то. Странно. Потом не говорите. Ой, крыс нашел. Нет, отвлекай, пожалуйста, отвлекай. Я нашел крысу, она отбежала к вам. Слушай, я пожалуй, к ней подойду, Ай, блядь, нет, я это придумал. Все, я ее отвлекаю, тихо. Вот, я ей кушаю, даю, смотри, кушай, вот, я кушать кинул. Кушай, вот, еда. Ты будешь кушать? А что она меня не видит? Она видит кого-то другого, она Андрея видит. Я застрял. Кушай. Она не кушает. Она тебя хочет кушать. Я сбоку стою, она меня не видит. Я сзади нее стою, вот, смотри. Нормально, да? А тут тупик, подожди, тут тупик, да? А, тут тупик. Нет, тихо. Ой, теперь она за нами. Давай, я подойду. Кто-нибудь сзади, да, подойди. Подойди. Тарелку на шляпу. Надень ей. Тарелку на шляпу. Тихо, что ты какой? Это привет. Ползет кто-то, вот тебя открой. Это я ползу. Тихо, отойди. Она к нам. Ань. Куда ты? Так я мимо нее прошла. И Ваня убежала рядом. Кто там ползает? Подожди-ка. А как она убила? Она берет за ногу и таскает. Прошел именно. О, прикольно. О, крысу слышу, крысу. Да я ее взял, вот кинь, смотри. Я взял. А где вы? Я в тупике возле нее. А кстати, она не такая... Я сразу говорю, она не такая страшная, как... Где она? Понятно. Чего? Согласись, это не так страшно, как паук, да? Чувствуется мне... Мы сейчас проебем опять. Просто я был действительно в тупике. Так, она со мной... Она за мной, по-моему. Тупиков много, да, из-за этого. А может их много стало, не? Чё-то просто за мной говорит, что там где-то, неужели на все съели? Так, аптечка где? А блин, она вон тут рядышком, в смысле она с тобой, она вон тут кто? Ходит. Кто? Стой! Давай. Кого лечить? Ты меня лечишь. Она возле тебя шастает, она не хочет, чтобы я тебя вылечил. Можешь выползти оттуда подальше куда-нибудь, подальше от нее? Я тебе нигде не смогу туда зайти. Я вижу. Так, я сейчас зайду, обману ее. Я пошел вниз тогда. Ой. Я пошел крыс искать. Так, Ань, ты где? А, я тут с Ромой. О, мне дали вот достижение. О, это моя. Господи. Что нам делать, она тут шляет где-то. Вот эта дверь. Открывай. О, крыски! Приманиваем! Все, тихо. Она возле меня, не бойтесь, она возле меня. Она возле меня. Все, хватай, есть. Схватил? У меня есть, да. Ой, подожди, а возле вас это ведьма? Короче, принесите сюда три, вот такие тарелки, три. Аня, положи здесь одну. Куда мне крысу-то эту? Ее надо на этот, на алтарь и поджарить. Где ваш ведьма, где? А где алтарь? На первом? У вас нет, в подвале. Стой. Вот, сюда. Иди тарелка. Кто с тарелкой? Видишь, в том, что у нас нет алтаря пока. Нам нужно найти алтарь. Да есть. В подвале. С тарелкой стой. Андрей. Чего тут ведьма ходит, я отвлекаю. А тарелка-то у тебя? Дай тарелку. А, блин, оставь же. Стой. Давай. Я кинул. Да, приедет это. А что она за мной это? Да тихо, она ко мне. Ей плевать на еду. Ёб твою мать, она к тебе? Вот все. Тарелку... А как ты поймал? Ну, просто еду. Когда тарелку заходит на еду, нажимаешь, ты берешь тарелку. Вот сюда, кинь тарелку.
Не актуально? Как эти самые, блин, монахи вот во время обеда с этими тарелками, ладно. Я дверь открыла. О, а что за дверь? Коридор какой-то. Блять. Ёб твою мать, она на третьем этаже. Это первый этаж? Что это за комната? А, может, так она где просто открыта была? Этот алтарь. Ну, вспоминайте, где подвал на, у нас. Ну, подвал вот, я в подвал спустился. А, ты имеешь в виду подвал, где меня активировали? Да. Ой, привет. Меня не слушаете совсем. Вот, Аня, спускайся. Ну. О, я взял крысу, у меня крыса в руках, ребят, если что, куда? На эту, на кушетку ее посерединке. Сейчас этот предохранитель вставили. Да, давай. И там надо ее запустить, типа. Да подождите, я сейчас а, а где все-то? Да вот я не знаю, где. Пожалуйста, покажите, где. У меня в руках просто нет ничего. Сейчас, спокойно, подождите, я не могу исподобить. Пацан. А, она на инвалидном кресле за мной ходит. Да это фигня, посвети на нее. Это такси за тобой. Это не она, это ног у нее нету. Ребят, я с крысой просто. Куда мне крыса деть? Я не знаю, куда идти. А, блин. Пойдем, пойдем, спустякайся. Предохранители есть там у вас? Не понял, да, 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 там есть. Все. Рома, ты где? Я тут дверь какие-то открываю. Все, попробуй поставить вот сюда. Включайте предохору. Можешь? Все, включаю. Ага. А что, ха-ха-ха, почему? Типа? Ура, а что, первая крыса только, в смысле? Уй-то, а теперь она, я думаю, бегать будет. Будет, да? Агриться, да. Жестко. С каждым разом все больше и больше. Блин, а вы где? В смысле, их теперь две. Их теперь две. Одна ползает, вторая ходит. Так, еще ищем. Ром. Да. Я в подвале был и его 600 нашел. Что такое? Ань. Я же не подавилась, блин! Это говно приезжает на коляске. Да, подумаешь, его уже не боится. О, крыса, давай кушай. Где ты их находишь, блин? Блин, ты так не свети сзади. О, дофига крыс. Где? Пробежали только что. И убежали. А, я вижу. А я вниз пошел крысу это вставить. А, она тут злая, она злая женщина тут бегает, злая девочка бегает. Злая девочка, я к вам. Вы кто там хотел, Ань, ты где ты хотела поближе? Что? Ты тут сидите? Дверь закрывает. Что, мы в тупике, что ли? Да. Так. По-моему, там кто-то орёт и не очень доволен. Идите в угол. Ладно, кто-то, у меня крыса. Да она сейчас уйдет. Она уйдет. Тихо, тихо. Пока, 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 пока. Блять, блять. Я бегу, бегу за ней. А, вы тут. Ань, ну бывает, что могу сказать. Не, я за ней. Зато я не испугалась. Ну тебя сожрали зато? Ну там не. Нет, не... Вот, вот она. Кто? Сейчас вылечу. Привет, не плачь. Блин, ну спасать-то ее. Может, ее спасешь пока? Ну, подожди, мне нужно оттаться еще. А, не, застрял, застрял, застрял. Хватит кушать, не целуй, мне не нет целовать. Ай-яй-яй, а кого Рома схватила? Как ты, пойму. Я крысу вижу. Да это моя была крыса. Я слудился. Вот, моя была крыса. Я выкинуть крысу, чтобы помочь тебе. Ой, ребят, кто тут смеется? Баба это. Так, еще. Активируй. Не могу, тут что-то кричит. Что, вода кнопку дожать? Так. Пятый, еще пять. Что это? А мы вызываем козла? Так, он что-то... Вон! Отпущение. Ой, она достала, хватит плакать. Куда ты идешь? Я за тобой. А, это Аня вообще. А, мы в столовой. Все, иди. Ух ты, ты что, блядь? А, она, не она... знаю, что это, но давай зеркало. Пойдем подальше отсюда. Пойдем, да, туда. Он, по-моему, сломал окно. Куда? Ты куда меня завел? Пойдем, 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 пойдем. Ты меня, ты сказал, пойдем, да. Так, 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 так. Сейчас. Это безопасная зона, да? Еще. Давай, активируй. По-моему, безопасная зона, это как раз-таки подвал. Ой, ёпта мать. Кто там ржёт? Ну тут там их полно валяется недалеко.
Ой, боже мой. Че он так психует? Кто, дайте по чем? Сейчас я вот и рядом, если так. Ой, там ты ему. А, подожди, с одной стороны, слушай, по-моему, тебе пизда. Кому-то из вас точно. Окно открыто, да, тут снег пошел. С током с каким-то, что-то с ней не так. Ее тут колбасит, короче. Я отпугнула, нет? Нет, она тащила тебя. Кого съела? Меня. Андрея. Блин, с виду точно круто. Есть колбасичка? Лечу, лечу. Так, где тарелка? Ань, меня. Пойдем, я видел крысу. Ты идешь? Да. Она так быстро ходит тут. Она не бьет, короче. Юни пердак сгорел, она как-то бежит. Мне больше нравилось, когда медленно ходила, и мы ее троллили. Вот, крыса. Кидай. Так. Бежи. Да. Она электризуется, пока бегите. Вот бесит то, что застреваешь тут в углах в этих. Ой. Так, сейчас я предохранитель ставлю. О, вот, по 12 литров. А, он есть, давай. Кидай. Я бесил вообще. Я даже иду, мне одно... Она к вам спустилась? Она к ней, блядь. Крысу поймайте ты хоть, которую у меня выпьет. А где у нас таза нет? А как поймаете? У нас тарелки нет. А, ее надо отвлекать тогда, когда крысу берешь. А, ну давай тогда. Я на третьем. Я ищу этот. Аптечку. Так, я побежала. Я попытаюсь спуститься. А где предохранитель? Я бегу. Мы вдвоем остались. А, да ладно. А я предохранитель нашел. Пацаны! Я спокойно, стой. Беги. Кто бежать? Я у меня... Я только одного вижу. Я... Ребята... Нет! Как? Куда? Ай, я в тупике! Стой! Вылечишь меня, Ань? Где ты? Я тебя вылечу. Я с крысой хожу. Я тебя вылечу. Понял. Я не могу найти подвал. Стой, не двигайся. Кто? Человек, не двигайся. Пойдем сразу, где? Показывай, куда идти. У меня с крысой тоже. Пойдемте. Пойдем, ты где? А там предохранителя нет, по-моему. Аня, направо, Аня. О! Назад, вот сюда. Так, у меня предохранитель в руках, если что. Да, пойдемте. Блин, она психанула. Быстрей. Что, куда? Кстати, да, на стол. Первая. Давай. Сейчас вторую сразу. Ань. Готовься. Давай, вторую. Давай. Так. А, ну ультрафиолет, кстати, уязвимый, еще он не цепит. Да. Еще две осталось. Еще две. Блю, че она там? Я так понимаю, что давайте сразу светить. Такое ощущение, что она нет, она у нее фуксик, дайте. Ладно, возьму на себя ее, ребят. Да, нет. На себя возьму. Мы не берем ее на тебя, да? Ее можно зажать с двух сторон и держать, в принципе. Ебать, там она реверант, короче, какой-то. О, смотри, человек. Светим в ней. Нет! Ты что? Бежи. Прям к нему. Зачем так прям к ней в руки? Спасибо, кто помог, не спасибо большое. Я читал и тебя слушал. Она за мной бежит. Бежим, Ань. В дырку. Мне хана. Чё? А, нет. Нет. Я прям к ней упал, блядь. Предлагаю спрятаться под кровать и плакать. Блин, я уже плачу. Это работает? Боже, по таймингу просто. Я в дырку прыгнул, прям к ней в руки. Так, вы оба сдохли, что ли? Нет, я один. Господи. А, ну все, из-за этого сдох, считаю, что мы погибли, все. Я вижу, кто-то ползает. Блядь. Ань, ты на первом... Вот ты. Лечи. Стой. Все, побежали. Так. Я очнулся, и я... Так, вообще... Там тарелка есть, стояла наверху. Где? У нас. А, наверху сейчас. А, тут-то пол. Где она?
Возле меня где-то. На третьем этаже. Если рядом со мной пердак рвет, тут она бомбит. Я она побежала куда-то нихуя. Вон дает. Вой. А где прятаться здесь кто-то, можно? Кто ползает? А здесь, здесь можно двери закрывать в комнату. Кто ползает, где? Я ползаю на третьем, значит спущу. Мне интересно. На первый. Как крыс найти? Да. Давай падай быстрее, я тебя вылечу. О, господи. Ладно. А, блин! Ах ты дура! Ты что? Где ты? Тихо, спокойно. Там она устраивает попадать, лучше отойди. Она на тебя бежит. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я нашла птичку! Так, ее пердак побежал, и она куда-то не туда. Что-то у нее она долго разогревалась и убежал в другую сторону куда-то. Я возле аптечки, если что. О, у меня, так, я лечу. Давай, чини меня. Чиню. Сейчас пойду. Она возле меня почему-то бегает. Сейчас я еще одну возьму, пойду. Возле меня бегает, не надо, возле меня не бегает. Сейчас я починю, ой, вылечу. Она как Наруто, кстати, бегает, вот так вот наклонилась. Блядь, она бегает, я не могу вылечить. Она Наруто, реально Наруто. Ребят, ко мне не надо, у меня тут какой-то жестокий. Два колясочки, и она бегает. Рома, чё? Она по третьему бегает, она по второму бегает. Все, я вылечу. Лечу. Это что такое было? Вот что это такое? Ой, она убежала. Спасибо, но я лучше побежу. Она убежала со мной, если чё. Так, Аня, выкинь сюда все эти аптечки, чтобы знать, где они. Вот они, все около это лестницы. Это просто Unreal какой-то стал уже, да. Блин, нам бы одну крысу. Ой, еще две. А одну осталось только? Нет, одну? Две. Да, это сложно. У меня, блин, а где крыс вообще? Их столько бегал тут. Слушай, как только ты убиваешь этих женщин... Ну там опять ползаешь, Ром, ты что ли опять ползаешь? Каких женщин? Это... Ну, у этих колясочников. Это то пацаны. Она психует, я заметил. Заметьте, как только ты убиваешь колясочников... Нет, связи да. нет никакой. Я столько перебила, что... Ну вот поэтому ты... Ну я не знаю, мне... Нет. Что? Так, нечто. Я вдох, знаешь почему? Ром, где ты? Далеко. Я около аптечек. А тут что-то происходит. Вот. А тебе рискрыться какие-то. Нифига, здесь три колясочка. А крюк тут вообще просто. Так. Она на кухне. Вместе держимся. Так, здесь вот ничего нету. На второй к вам бежит к вам. Может лучше закрыться от нее? Так, на первом, давайте. С какой стороны она бежала? Она на спускаемся, стороны... спускаемся. Она на второй пошла. Она, блин, по одной территории бегает. Вот там, где вы ходите, она там не бывает. Я, сколько я понимаю, она вас не встретит. Блин, может она встретить. На кухне. Она опять в игру, она, блин. Если вы не будете ходить там, где я, то вы не попадете на нее. А, все, она убежала за кем-то из вас. Вот она, светим. Ой, кто-то такой добрый. А, понятно. Я даже уже кого? Как бы не удивляюсь. Светись. Я не понимаю, как тебе убежать можно, то есть я подхожу, я свечу быстро и типа... Фу, я бы сейчас сдох. Так. Ой-ой-ой. О, так, готовься дверь закрывать. Иди пока к двери. Давай на втором, да? Нет, на первом. Быстро обойду. Она по третьему. А бежит. Здесь тупик, что ли? Нет. Да, здесь там... не тупик, нет. А, не тупик. Вон, ну что здесь вообще? Меня поймали. А, нет! Ребята, я же не вытащу. Я назову. Кого-нибудь, меня, например. Есть я что-нибудь? А у меня нету. Нет, я могу подойти к аптечке. Ой, тихо, она сейчас тебя убьет, стой. Меня? Его лечи. Нет смысла кого лечить, главное его вылечи. Кого? Тебя. Андрей. Вот аптечка, я вижу. Мы свалимся на тебя, да? Где? Вот, на столе. Ты
Если бы крысы появились бы в самом начале бы побольше, ну, точнее сейчас, мы бы тащили, но из-за крыс, сейчас, конечно, вообще. А ну хоть у меня аптечка, Ань. Она на второй поднялась. Да, я здесь прыгнул. На первый снова. Я не думаю, что она ко мне тут захочет заходить. А ты где? О, я рядом с Ромой. Я справа. Я вот, вижу. И здесь аптечка около меня. Так, она на третьем бегает. Вот она, давай. Она вообще за километр от вас. Была. Да, она как сумасшедшая ничего. Так. Еще лечу. А, вот она идет. Стой. Опять меня, спасибо. Понятно, ну. Я в этом виновата? Нет, я. Роме говорю, стой, я бы. Как спуститься вниз, я не могу найти место, где спуститься. Я пишу, где? Лечи мне. Вот лечи, у меня была аптечка. Вот стой, я за тебя. Все, стой! Паша! Давай. Быстрей, быстрей! Она сзади. Бежим! Лети мне в лоб. Блин. На меня другой сел. В смысле, ладно. Тебя съели? Да. Нет, ну ладно. Я в смысле, меня сколько не оттащили хотя бы. Я один остался. Короче, ну, это самое. Нет, я не знаю, мне кажется, игра забаговалась. Ползунки. Все. Ни одной. Я все отбегал. Она двери открывает, все делает. Здесь без шансов. Это бабак. Крыс нет вообще. Крыс, да, это читы какие-то я у нее. Ну что, тогда прыгай к ней в лапы, я не знаю, что. Да все, я уже. А, ты все, ну вот. О, сейчас нас похоронят. Раз. Два. Три. Вот Андрей. Я вообще не сбежал. Как он доволен. Понятно.